Всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрим и оценим 10-ю часть видео о том, что еще вчера мы завозили из-за рубежа, а в 2020 году стали производить сами, на территории России, и чем можем, без сомнения, гордиться. Ведь это наше, сделано собственноручно, и снижает нашу зависимость от импорта, а значит, повышает безопасность нашей страны. Поехали! Президент особой экономической зоны ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Ангстрем» расширяет линейку одного из видов импортозамещающей продукции – новой серии силовых модулей. Модули производятся в 5 вариантах корпусов в диапазоне напряжений от 650 до 4500 вольт. Корпуса и основной элемент модулей – это кристаллы IGBT, разработанные и произведены на АО «Ангстрем», которые первыми в стране освоили подобную технологию. Силовые модули представляют собой полупроводниковые приборы, которые контролируют и распределяют потоки энергии в системе. Они используются повсеместно, где есть мощные электромоторы, электроприводы, аккумуляторы и управление электропитанием, в электротранспорте, в железнодорожном и судоходном транспорте, в промышленности, в силовых агрегатах, горнодобывающей отрасли и многих других областях. В Чечне Россети запустили первую в Северо-Кавказском федеральном округе цифровую подстанцию «Город» на 110 на 10 кВт и поставили в филиал новую спецтехнику. Новая подстанция повысит надежность электроснабжения потребителей Грозного, в том числе 80 социально значимых объектов, включая аэропорт, 22 школы, 18 детских садов, 39 медучреждений. Новый объект является самым современным питающим центром СКФО и входит в число наиболее высокотехнологичных объектов страны. Установленная мощность составляет 80 мегавольт-ампер. Сумма инвестиций на строительство объекта с учетом мероприятий по выдаче мощности – более 1,3 миллиарда рублей. На объекте 100% используемого оборудования российского производства. Внедрены передовые цифровые решения, в том числе микропроцессорные системы РЗА, регистрация аварийных событий, связи, сбора и передачи телеинформации. Более 2,2 тысяч сигналов телеметрии обрабатывается в автоматическом режиме. После церемонии пуска подстанции состоялась также передача 71 бригадного легкового автомобиля специалистам районных подразделений «Чеченэнерго». Вся техника также отечественного производства. Приобретена на средства группы Россети. Задача – обеспечить мобильность бригад при реализации задач по организации надежной и эффективной работы сетевой инфраструктуры. Подстанция «Город» построена в рекордные сроки – за полгода. Она позволит наглядно продемонстрировать эффекты концепции «Цифровая трансформация 2030». Для региона и его населения. Энергообъект управляется дистанционно. Обеспечена 100% наблюдаемость, что позволяет говорить о его высочайшей надежности. «Газпромнефть» совместно со специалистами инжинирингового центра МФТИ разработала рецептуру диспергента для ликвидации разливов нефти в ледовых условиях. Она создана с учетом климатических особенностей арктических морей. Сегодня это единственный российский реагент для ликвидации разливов нефти при низких температурах. Лабораторные испытания показали, что его эффективность в ледовых условиях достигает 80%. Уникальная технология создавалась более 2 лет. Для моделирования природных условий Арктики в лабораторию МФТИ было доставлено более 10 тысяч литров воды и 400 килограммов льда из Баренцева моря. Разработка диспергента была выполнена в рамках участия «Газпромнефти» в работе энерготехнохаба «Санкт-Петербург». В ближайшее время ожидается технико-экономическая оценка нового продукта, оформление разрешительной документации на его применение и регистрация товарного знака. Холдинг «Русская трапеза» разработал и изготовил новое оборудование для фасовки и упаковки лаврового листа в пакет «Подушка». Разработанный вертикальный фасовочно-упаковочный комплекс учитывает все особенности упаковываемого продукта. Наличие магнитного сепаратора и вибросита в конструкции комплекса позволяет очищать лавровый лист от посторонних включений, отсеивать и собирать мелкие фракции ломаного листа, благодаря чему в упаковку поступает лавровый лист высокого качества. Еще одна особенность комплекса – усиленная пылезащита тракта прохождения продукта и устройство утряски для снижения риска попадания частей лаврового листа в поперечные швы пакета. Комплекс оборудования включает упаковочный автомат SBI-200M, мультиголовочный весовой дозатор DPM-310SP, систему транспортеров и прочее. Производительность комплекса при длине пакета не более 250 мм – 20-25 упаковок в минуту. Чепецкий механический завод «Удмуртия» входит в топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ», приступил к производству нового импортозамещающего продукта
Прутков из многокомпонентного сплава титана, применяемых в качестве полуфабриката для изготовления медицинских изделий, имплантатов и хирургических инструментов. Российские производители медицинской продукции были вынуждены приобретать аналогичные заготовки за рубежом, что в разы увеличивает стоимость конечного продукта. Титановые прутки из многокомпонентного сплава производства АО ЧМЗ подтвердили соответствие международным стандартам ASTM F136, ISO 5832-3, предъявляемых к материалам для медицины. Квалификационная партия титановых прутков АО ЧМЗ прошла испытание у российского производителя медицинских изделий. Заказчик высоко оценил качество сплава и точность геометрических параметров титановых заготовок. Важным фактором в выборе Чепецкого механического завода в качестве поставщика стали наличие полного цикла производства изделий от выплавки слитков до финишного волочения и упаковки, а также наличие на площадке предприятия собственной аккредитованной центральной заводской лаборатории. Титановое направление – один из локомотивов развития металлургического бизнеса в Росатоме. Выручка от реализации титановой продукции уже составляет порядка 2 миллиардов в год. Помимо различных отраслей машиностроения, перспективным сегментом рынка является медицина, где российским производителям оборудования имплантов будет выгодно, а порой и просто необходимо импортозамещение. Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде реализовала проект по увеличению мощности агрегата «Аммиак-4» до 2500 тонн в сутки, что на 21% выше первоначальной проектной мощности. Сейчас агрегат может производить до 900 тысяч тонн продукта в год. При этом общий объем производства аммиака на новгородском предприятии вырастет до 2,2 миллиона тонн в год. Это позволит существенно нарастить выпуск азотных и сложных удобрений на площадке в Великом Новгороде. Модернизация агрегата «Аммиак-4» проводилась вместе с первым капитальным ремонтом, в рамках которого было модифицировано несколько отделений, введено в эксплуатацию современное технологическое и компрессорное оборудование. «Аммиак-4» ПАО «Акрон» – один из крупнейших в Европе агрегатов по производству аммиака. Это самый значительный инвестиционный проект на новгородской площадке ПАО «Акрон». За последние десятилетия и первый агрегат аммиака, построенный российскими специалистами, со времен распада СССР, без привлечения иностранной рабочей силы и на основе проектной документации, подготовленной российским проектным институтом ООО «Новгородский ГИАП». Специалисты холдинга «Российские космические системы» РКС входят в госкорпорацию «Роскосмос», завершили работу по созданию радиационно-стойких твердотельных реле. Их применение позволит значительно повысить надежность и увеличить срок службы бортовой аппаратуры при снижении ее массогабаритных показателей. Новые твердотельные реле представляют собой специализированную схему из 8 кристаллов силовых транзисторов, выполняющих функцию электронных ключей, которые управляют подачей входного напряжения на приборы спутника. Кристаллы расположены на подложке из нитрида алюминия собственной разработки с заращенными переходными отверстиями и соединены между собой по последовательной параллельной схеме. Такое соединение позволяет гарантированно коммутировать напряжение даже в случае выхода из строя нескольких ключей в результате внешних воздействий и деградации компонентов. Это обеспечивает наивысший уровень отказоустойчивости. Создание таких реле – новый шаг в обеспечении надежности космической аппаратуры. Прибор выполнен в герметичном радиационно-стойком корпусе площадью всего 400 квадратных миллиметров, что в 2,5 раза меньше лучшего импортного и в 4 раза меньше отечественного аналогов, реализующих подобную схему включения. При этом стоимость нашего изделия в несколько раз ниже любых мировых аналогов за счет применения уникальной технологии сборки корпуса на основании платы из нитрида алюминия. Уникальная особенность изделия – это отсутствие навесных стыковочных корпусных конструкций и соединительных внешних выводов, а установка производится по технологии поверхностного монтажа на плату. Топология платы позволила максимально компактно расположить транзисторы и элементы управления, располагаемые в аналогах вне самого реле, на одной плате внутри корпуса. В дальнейшем планируется в 2 раза уменьшить размер изделия за счет применения уникальной технологии монтажа силовых транзисторов друг на друга, который находится на финальной стадии разработки в РКС. Также планируется применение кристаллов ключей, разработанных холдингом. Компания ТВЭЛ освоила уникальную технологию производства магнитов для генераторов ветроустановок. На предприятиях топливной компании «Росатома» ТВЭЛ осуществляется поэтапная локализация производства магнитов из редкоземельных сплавов. Первая партия комплектов изготовлена и отгружена заказчику. Всего в рамках контракта между ООО «Элимаш Магнит», предприятие топливной компании «Росатома» ТВЭЛ, и Red Wind BV будет изготовлено более 200 комплектов магнитов,
Каждый комплект рассчитан на производство одного электрогенератора. В ходе реализации проекта планируется снижение зависимости от импорта продукции за счет локализации производства в России магнитов для ветроэнергетики. Производство магнитов – это перспективное направление для развития металлургического бизнеса топливной компании «Росатома». Интегратор ветроэнергетических проектов компании «Нововинд» не только сформировал эффективную цепочку поставщиков, но также способствовал развитию межвизионального сотрудничества и новых компетенций у предприятий в контуре «Росатома». ТВЭЛ обладает всеми необходимыми научно-технологическими компетенциями для создания первого в России масштабного производства постоянных редкоземельных магнитов полного цикла. Эти технологии, безусловно, будут востребованы также и в других областях промышленности. Обратите внимание, как много и тщательно работает Кремль. Такой болезненный удар по воровской системе. Над нашими виллами в Италии, яхтами на Сардинии и банковскими счетами в Швейцарии нависла серьезная угроза. Будем защищаться. Защита, чистота, always. Быстро, позови кого-нибудь из Севильи. Потому что мы говорим правду. Заходи ко мне, тапочки, я тебе скажу, куда можно идти, я тебе подскажу. Базу жесткую, отвечаю, да, брат, это не скрою, там, за Либерти, ты зайдешь, все найдешь и пожрешь, набухайся, пацаны поможут по-любому молодежь. Ты что, больной или ударился? Доложите обстановку, что у нас на русском фронте. Да, дела плохи, мой фюрер. Как, Россия все еще не в руинах? Нет, наоборот. Что значит наоборот? Она хотя бы уничтожает свои производства? Нет, она проводит импортозамещение. Какое к Навальному импортозамещение? Она производит все сама. Разве германские пациенты и его друзья не занялись подростками путем внедрения в их среду? Они должны все там презирать. Да, но ничего не помогает, даже долбанный рэп. Русские кинули в Германию еще одну трубу и собираются качать газ. Если так пойдет, они вновь станут мировым лидером во всем. Ну так обвините их в подорожании газа. Мы стараемся это делать по всем нашим каналам. Вводим санкции. Надо строить свои базы в Украине. Мы перекрыли воду Крыму, отравили Навального паленым виски. А как мы можем использовать бандеровцев и лесных братьев здесь, на границе? Мы перебросим их на протест. Здесь еще американская база. Их тоже туда пошлить. И самое страшное, мой фюрер. Конечно, не считая импортозамещения. Что может быть страшнее того, что Нуланд ждала Путина под дверью, когда он ездил в Сибирь и на Валдай? Бездаря Варламова, путающего в своих видео бульдозер с экскаватором, и рэпа от берлинского пациента. Американцы продали весь свой газ Китаю, все их обещания – просто блеф. Теперь Путин, по сути, спасает Европу от гибели. А опять этот Путин! Его нужно было выкрасть еще при падении Берлинской стены! Я так и не съезжу по Транссибу, это была моя мечта! Как говорится, мечтать не вредно. Друзья, любите свою страну Россию, что бы ни случилось. Всем пока, увидимся в следующем видео.